Итак, друзья, вечер добрый. Серая, не отнимай из приюта. Эти подружились. Вон, она даже его облизывает. Помирились они. Вон они какая. Простили рыжика нашего. У нас кормежка сейчас. Ой, серая, как всегда. Серая, у Маруси не отнимай. Серая. На Марусе кушать здесь. И мне вот так всегда приходится стоять. Серая гирзя. В общем, вот он ваш рыжик. Исхудал, издичал. Ну, вроде бы его приняли, а не обратно. Вроде все нормально. Что ты мурчишь? Что? Что мур-мур? Не знаю, вам слышно, не слышно. Серая, вон еда, кушай. Опять она. Ладно, на пополам. На. Все, дал ей тоже. Это морское лакомство. И вот это, не знаю, тон Japan style, что ли. Вот. Я Маруся последние дни, хоть она у меня растолстела, но балую. Все, от греха подальше. Взяла и ушла. Что тебе не досталось? Да вон там у тебя еда лежит. Иди кушай. Сейчас я вам, кстати, друзья, буду каждый день снимать по 3 видео. Вот. Я сегодня вечером буду сидеть, исключать из канала мертвые души. Это те, кто подписан, но даже не смотрит, даже не лайкает. Всех не лайкающих я сегодня исключу с канала. YouTube сейчас доставляет такую возможность. И для преданных буду снимать видео. В общем, вот так. Кстати, у меня спросили Мадонну, про Мадонну. Я сказал в предыдущем видео, что ее парень взял. Вот. А люди, я проверяю ее. То есть я в плохие руки бы не отдал точно, уж поверьте мне. Вот. Рыжик, как тебе не стыдно у Маруси отнимать? Да, я проверяю, нормально она, то есть в замечательных условиях живет, то есть в домашних условиях, не на улице. Вот. А в предыдущем видео, которое я вам рассказал, это другой котик, все, Марусь поела, ушла. Это другой котик, который я нашел в городе, принес сюда. Вот это мадемуазель, его избило так, что у него кишка вышла от страха. Пришлось кота оперировать, но благо он сейчас... После операции тоже в доме живет. В общем, вот так. Ну, спокойная жизнь приюта продолжается. Ладно, все. Ставим лайки. Марусь, попрощайся. Убежали. Кстати, нектарины уже подрастают. Многие спрашивают, что такое нектарин. Лысый персик. То есть, не волосатый персик. Много в этом году будет. Они уже даже бачка у него розовенькие стали. Все. Рыжик, дайте покажу всем. Ага, бубенчиками опять своими. Ладно, все, друзья. Подписываемся на канал. Доведем этот канал быстрее до 10 тысяч. Приглашайте своих друзей, знакомых. Вот. И дальше будет только интересней. Все, всем удачи.